Всем привет, на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас Toyota Camry. Разобрали автомобиль, поверхность подготовили, проклейки, все обезжирили. Разобранный багажник, штатная шумоизоляция. Абсолютно голые арки, один металл. То же самое под днищу багажника. Вот такие небольшие кусочки вибро. И на этом производитель считает достаточным. Крылья автомобиля также завибрены минимально. Вот такой небольшой кусок, вот такую огромную площадь крыла. Это у нас что по багажнику. Двери автомобиля. Вот такой кусок вибро, вот на такую огромную дверь. Все. Больше в дверях нет ничего. Голый металл. Все, это мы проклеим тоже и создадим комфорт в автомобиле. Передняя водительская дверь, то же самое, кусочек вибро, пачку сигарет, и все тоже будет проклеено. Так, разобрали крышу. На крыше картина еще хуже, вообще голый металл, ни одного кусочка вибро нет. Вот штатная шумоизоляция приклеена прям к крыше, как вата. Так, разобран салон автомобиля. По салону, в принципе, по салону завибрено неплохо. Днище автомобиля производитель обработал виброматериалами, средние секции и задние пассажиры. Ну, неплохо. Тем не менее, нужна владельцу дополнительная шумоизоляция авто. Не устраивает его, как в салоне. Звучит музыка. Соответственно, она заиграет по-другому, когда мы все проклеим двери. Ну и шум с улицы, вибрации по салону. Все это мы исправим. Будем работать по максимальной программе Алим Плюс и создадим комфорт. Начинаем работу. Заканчиваю проклейку крыши на Камри. Первым слоем проклеили виброматериал, все прокатали валиком, и вторым слоем клеим шумоподлощающий материал. Вот так у нас все это выглядит. Доклеиваем две секции и крышу будем собирать. Закончили проклейку виброматериалами Toyota, проклеили багажник, арки проклеены усиленным материалом, толщина 4 мм. Весь материал предварительно разогревается и при проклейке прокатывается валиком. Проклеены крылья, арки изнутри, все проклеено и прокатано. Пол багажника заклеен тройкой, также все тщательно прокатали. Теперь все отлично. Проклеили также салон автомобиля виброматериалами. Вот так это выглядит. Такой у нас ковер получился впереди. Толщина материала также 4 мм. Весь материал предварительно разогревался. Проклеены арки со стороны салона. Все также проклеено и прокатано. Проклеиваем двери. Двери будут проклеены 4 слоя. Первый слой проклеиваем виброматериал. Также все прокатывается валиком. Вся дверь была проклеена вибро. И затем мастер вот сейчас клеит второй шумопоглощающий слой на дверь. Также вся дверь будет заклеена. Затем третьим слоем проклеим на всех дверях вибро. Вот так это будет выглядеть. Проклеим и прокатаем. И четвертый слой. Еще один слой шумопоглощающего материала. Максимальная будет шумоизоляция. Как в дверях, так и в салоне. Продолжаем работы. Закончили проклейку Камри шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник. Все проклеено по максимальной программе.
максимальными материалами, проклеены крылья, соответственно, арки, арки изнутри, все максимально проклеено. Заклеен весь багажник, также максимальным материалом, максимальная плотность, максимальное шумопоглощение. Проклеили салон, салон проклеен у нас в три слоя, первый слой вибро и два слоя шумопоглощающие материалы. Вот так у нас теперь по салону. Ну и проклеили все четыре двери, закончили. Все, будем приступать к сборке авто. Закончили сборку Toyota после полной шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора-разбора автомобиля не оставляем. Антискрип дверей в подарок. 3 года гарантии на наши работы. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!